Вітаю, шановні друзі! В ефірі програми «Чим живе область?». Я Катерина Тригубова, а в нашій студії гостя. Світлана Янковська, директор Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про роботу центру і про все, що стосується соціальної допомоги людям, які її потребують. Світлана Вікторовна, действительно, время сейчас непростое. В принципе, как бы простым оно никогда не бывает. Но когда в стране экономический кризис, с политикой не все в порядке, тем более, как у нас и есть у нас зона антитеррористической операции, к большому сожалению, есть люди, которые приехали из Крыма после известных событий, то нагрузка, да, на социальные службы, она увеличивается, наверное, не втрое, а в пятеро и в десятеро раз, потому что людей становится больше, помощи нужно больше. И каждого увидеть, каждого понять и понять, что нужно именно этому человеку в этот момент, достаточно сложно. Но вы работаете, и давайте начнем с того, как ваша работа, да, центра изменилась в связи с этими условиями. Чего стало больше? Может быть, какие-то функции ушли в другие организации? Кто ваши партнеры? Да, сегодня ситуация сложилась таким образом, что люди не знают, куда бежать и к кому обратиться. И, конечно же, все органы, как исполнительной власти, так и местного самоуправления, организовывают свою работу так, чтобы люди четко понимали, за какой помощью, в какой орган можно обратиться. Социальная служба существует уже более 20 лет. И если в начале нашей деятельности приоритетом была профилактическая работа среди молодежи, когда был рост наркомании, молодого алкоголизма, неблагополучия в семье, то сейчас мы, конечно, переключены больше на те проблемы, с которыми сталкиваются на сегодняшний день наши граждане, наши семьи, особенно семьи с детьми. Люди обращаются за разными видами помощи. Бывает так, что один человек приходит с комплексом проблем и медицинских, и педагогических, и юридических, и иногда нужно просто дать информацию, куда обратиться по тому или иному вопросу. Поэтому в области, как и раньше, существует система центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Такие центры существуют как на областном уровне, так на городском и на районном. И на сегодняшний день мы имеем своих специалистов, социальных работников и в сельских советах. Поэтому если человеку нужна адресная помощь, например, психологическая помощь, юридическая, педагогическая, то человек обращается к нам за такими видами помощи. У нас работают специалисты разных профилей. Но только нашими специалистами оказать эту помощь, конечно же, невозможно. Поэтому мы работаем со всеми структурами, я уже, как и сказала, это и медицина, и образование, и криминальная милиция, и органы внутренних дел, и по чрезвычайным ситуациям, то есть разные службы. И, конечно же, привлекаем общественные организации. Сегодня в связи со сложившейся ситуацией очень развито волонтерское движение. Поэтому без волонтеров, только силами государственных структур, конечно же, решить эту проблему невозможно. Очень часто люди боятся говорить о своих проблемах. Поэтому мы сегодня работаем по такому принципу: не люди идут к нам, а мы идем к людям. То есть мы стараемся дать информацию о работе наших служб, чтобы люди могли и в телефонном режиме, и придя в наши службы, рассказать о таких проблемах. Как правило, это люди, семьи в социально незащищенных категориях. Это многодетные семьи, это семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, это неблагополучные семьи, где есть проблема наркозависимости, алкозависимости, ВИЧ-инфекции. Это семьи, где не выполняются родительские, не реализовываются родительские права, то есть ребенок не получает нужного ухода, нужного воспитания. И, конечно же, в первую очередь мы стоим на защите прав детей, чтобы каждый ребенок рос в благоприятной среде, рос в семье, и стараемся сохранять такие семьи. Поэтому именно социальные службы пытаются уделить большее внимание все-таки семьям с детками. Вот как раз в самом названии, да, и содержится вот это «для семьи, детей и молодежи». Какие семьи сейчас более всего вот нуждаются в такой опеке? С какими проблемами? С чем люди действительно не могут сами справиться?
Ну, есть такое понятие, как семья или человек, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Конечно, каждая семья и нормальная семья может оказаться в силу разных причин в сложной жизненной ситуации, но не каждая семья может сама справиться с той или иной ситуацией. Поэтому... И надо отметить, да, что это не обязательно люди, которые злоупотребляют алкоголем или являются наркозависимыми, нет, совершенно... Действительно, любая семья просто вот так случилось. И совершенно не надо бояться там или стесняться, или того, что, допустим, стыдно обратиться. Нет, наоборот, чем раньше, чем более вовремя обратиться, допустим, конечно, в центр, тем быстрее эта проблема начнет решаться. Первое, с чего мы начинаем работу в семье, это мы объясняем, что мы являемся помощниками. То есть задача социального работника не прийти и решить проблему семьи, а задача социального работника найти тот потенциал в семье, который можно использовать для решения проблем. К сожалению, в связи с ситуацией, которая сложилась в стране, к нашим, ко всем категориям, с которыми мы работали раньше, добавились семьи, которые переехали с Крыма и Востока. Добавились семьи участников АТО, добавились семьи погибших в АТО. И сегодня на первый план, конечно же, выходят проблемы именно этих семей. Но первая проблема, которую мы решаем с каждой из этих семей, это психологическая помощь и поддержка. А в некоторых случаях таким людям нужна и психологическая реабилитация. Тогда мы уже работаем с медиками. Конечно же, люди, которые переехали на нашу территорию, они не имеют жилья и не имеют работы. И социальные службы вместе с органами социальной защиты и другими органами самое главное – обеспечить крышу над головой. То есть ищут возможность найти жилье. И у нас в Департаменте социальной защиты населения создан банк данных такого жилья. То есть жители нашей области не равнодушны и не безразличны. Они дают возможность проживать на территории своих квартир и своих домах. Поэтому люди, приезжая к нам, обращаются, мы даем адреса, и люди устраиваются. Очень тесно мы работаем с центром занятости, который старается трудоустроить людей уже не по специальности, а хотя бы по мере возможности появления тех или иных вакансий. Конечно же, семьи приезжают, или те семьи, которых коснулась проблема АТО, воспитывают детей. И иногда из-за какой-то суеты не всегда есть возможность заняться ребенком. Имеется в виду не только устройство в детский сад, в школу, высшее учебное заведение, но и занять этого ребенка, потому что родители сегодня, если не на работе, то занимаются решением своих проблем, и дети остаются один на один на улице со сверстниками. Поэтому мы стараемся удовлетворить и такую проблему, и потребность семей. Очень часто к нам обращаются с вопросами, как правильно оформить документы на тот или иной вид помощи, на получение какого-либо статуса. И наши юристы вместе со службами, которые компетентны в этом вопросе, помогают готовить этот пакет документов и на протяжении получения того или иного вида пособия или статуса сопровождают этого человека до окончательного результата. Очень многие обращаются с просьбой помочь в выздоровлении, помочь в санаторном каком-то лечении, а может быть просто в лечении. И на сегодняшний день области выделяются деньги из государственного бюджета именно для приобретения путевок. То есть наши санаторно-оздоровительные учреждения готовы принимать этих людей. То есть на сегодняшний день база для этого готова. Но для того, чтобы знать информацию, куда обратиться, какие виды медицинских услуг могут оказать те или иные учреждения, люди обращаются к нам. Ну и, конечно же, проблемы, которые существуют внутри семьи. То есть на сегодняшний день не каждая эмоционально может справиться с тем или иным, с той или иной ситуацией или проблемой. Поэтому мы обращаемся и к общественным организациям, и ко всем, кто с нами сотрудничает, проводить какие-либо мероприятия, где можно было бы людей, ну, немножко отвлечь от той проблемы или от той ситуации. Мы приглашаем детей на всевозможные праздники, мы приглашаем родителей для проведения всевозможных тренингов, групповой работы. Конечно, не каждый может, ну, будем говорить, посмотреть в лицо своей проблеме, прийти и тем более в группе об этом рассказать. Мы готовы оказывать и индивидуальные психологические консультации, и для этого у нас открыт кабинет
психологической помощи. И сейчас общественная организация работает в этом направлении, особенно людей, которые вернулись из зоны АТО, семей, членов семьи, поэтому мы помогаем и в этом направлении. Очень серьезная проблема в таких семьях стоит — проблема жилья. Конечно же, на сегодня обеспечить всех новым жильем – это очень большая проблема. Но, тем не менее, государство выделяет средства и для приобретения квартир, и для временного какого-то жилья, для аренды, поэтому мы решаем и такие жилищные вопросы. Очень часто нам задают люди вопросы, а где можно приобрести гуманитарную помощь, а можно ли получить материальную помощь. Но материальную помощь все воспринимают как единоразовое денежное пособие. А на самом деле даже оформление разных видов субсидий, каких-то льгот, каких-то это видов тоже социальной помощи, это является материальной помощью. Да. И на сегодняшний день у нас есть банк одежды, банк обуви, банк продуктов, куда приносят николаевцы, где помогают предприниматели. То есть можно прийти, обратиться и на какое-то первое время получить и такой вид помощи. Поэтому нельзя сказать, что мы занимаемся какой-то одной проблемой. Мы занимаемся проблемой в комплексе. И еще один ваш партнер – это служба по делам детей, областная, районная служба, потому что именно вот у вас находится школа родительства, да, школа родителей, в которой учатся люди, которые готовы, которые хотят и которые осознанно уже в своей семье приняли решение взять на воспитание ребенка из детского учреждения. И какие требования вот к таким семьям? Давайте еще напомним. Мы достаточно часто об этом говорим. Есть у нас наши постоянные зрители, вы, естественно, знаете, да, что у нас есть программа «Шукаю батьків», которая также посвящена вот этой теме. Очень часто у нас в эфирах бывают представители областной службы по делам детей. И вот еще один человек, который занимается той же проблемой, та же служба, да, которые действительно учат родителей тем приемам, тем, может быть, секретам, которые родители не всегда знают воспитание своих собственных детей и с чем именно сталкиваются потом в общении с детьми, которые, ну, как говорят такие родители, да, родители приемные, родители-воспитатели, которые родились у нас в сердце. Какие требования к людям, которые уже приняли решение, что они должны делать, куда обращаться, какие шаги предпринимать? Ну, традиционные формы устройства детей, которые были всегда известны, это усыновление и опека. Конечно, таким формам устройства детей отдается предпочтение, и этими вопросами занимается исключительно служба по делам детей. Но с 2005 года произошла реформа системы защиты прав ребенка, и открылся такой институт приемных родителей, институт приемной семьи. И на сегодняшний день у нас есть два вида. Это приемная семья и детский дом семейного типа. Очень часто нам задают вопросы, чем отличаются эти два вида устройства детей, потому что, в принципе, суть одна и та же, и туда берутся дети. В принципе, отличаются количеством детей, да. Как уже не раз говорили о том, что прежде всего родители должны этого хотеть, и мотивацией для того, чтобы взять детей, должна быть не только материальная заинтересованность, потому что и приемные родители, и родители-воспитатели получают денежное вознаграждение за эту работу. А прежде всего это должно быть желание взять этого ребенка и создать для него необходимые условия. Если в приемной семье может быть до 5 детей, то в детском доме семейного типа до 10 детей. К сожалению, у нас в области все семьи берут детей на свою жилплощадь. И при оформлении такого вида устройства детей это имеет значение, потому что существуют санитарные нормы, что для комфортного существования ребенка должны быть определенные нормативы. Для того, чтобы стать приемными родителями или родителями-воспитателями, кроме желания, заявления и всего перечня документов, который необходим, родители должны пройти подготовку. Неоднозначно воспринимают многие родители, особенно опытные, которые воспитали, да, будем говорить, детей, одного, да, и двух, и трех, да, чему нас еще можно научить. Но наше обучение, наши тренинги, это, как правило, проходит в течение месяца перед тем, как взять ребенка.
учат не тому, как нужно там приготовить, кушать, собрать школу, а как выйти из той или иной ситуации конфликтной, когда к родным детям приходят приемные дети. Как не сделать этих детей чужими? Тем более, что, учитывая, что мы с 2005 года занимаемся этим, то у нас сегодня есть дети, которых взяли маленькими, и сегодня они уже достигают совершеннолетия. И по закону о семейных формах воспитания 18 лет ребенок должен покинуть эту семью. И одной из целей наших занятий, наших тренингов является именно мотивация родителей для того, чтобы поддерживать и дальше связь. То есть пока ребенок будет учиться в каком-то учебном заведении, он будет находиться в семье. Ну, в принципе, так и происходит. Да, да, достаточно долго работаем. Детей. И, ну, я, например, ни одной семьи не видела, где бы вот 18 лет, все, он себе ушел. Ни в коем случае, ни родители так не говорят, ни дети не хотят покидать семьи. И вот Первомайск, Дудаевы, да, там уже внуки, причем внуки именно от тех девочек и мальчиков, которые были воспитаны в этой семье и которые пришли туда. В Гнатышиных недавно мы видели, это Снегиревский район, вот наши зрители тоже их видели на празднике, посвященном Дню усыновителя. Это люди, с которыми вот я познакомилась 10 лет назад у вас, они только проходили, и там было такое вот, мама очень хотела, папа сказал, ну ладно, хорошо, ты хочешь, я тоже пойду. А сейчас, наверное, папа больше еще, больше горит этим, мама уже, вот она вот такая мамочка, да, она успокоилась, она знает, что все в порядке, а папа просто, у него глаза горят, он говорит, я хочу еще. И самое интересное, что их дети, родные мальчишки, которые вот кровные мальчишки, да, они сказали, что мы выучимся, уже там некоторые ребята, по-моему, один или два уже создали свои семьи, у нас будут свои дети, и мы тоже хотим сделать детский дом семейного типа. Да, и старшие ребята, которые пришли в эту семью, но не являются кровными, и им сейчас 15 лет и 14. Вот эти тоже два мальчика, они просто вот действительно сказали, да, и мы тоже будем так же действовать, как наши папа и мама. И, наверное, это высшее счастье для этих родителей. У нас один из условий принятия ребенка в семью – это согласие всех взрослых членов семьи. И вот сейчас готовится изменение в законодательство, что будет браться разрешение или согласие и собственных детей, и тех детей, которые идут в семью. Потому что иногда происходит так, что ну, без воли ребенка его могут взять в семью. Но у нас как бы такие семьи, спасибо большое за такое доброе сердце наших родителей, где все-таки стараются создать такую атмосферу, чтобы из этих семей не хотелось уходить. И только в 2015 году мы создали уже еще 15 таких семей, и вот сейчас прошли обучение 15, и вот с сегодняшнего дня у нас начала работу эта школа подготовки, у нас же кроме обучения перед тем, как взять ребенка, есть еще обязательное условие для семьи, это повышение квалификации. То есть, когда проходит 2 года, каждая семья приезжает со своими проблемами. И в планах на будущее у нас есть общественные организации, которые хотят создать такую, ну, службу, центр, я не знаю, как мы еще назовем, поддержки таких семей, чтобы могли люди приезжать, обмениваться своим опытом, делиться, как они решают те или иные проблемы. То есть, во всяком случае, у нас на сегодняшний день уже более 500 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находятся в семьях. И сейчас социальная политика, социальная работа ведется таким образом, что мы подбираем семью под ребенка. Если раньше были показатели, что каждая область должна была создать, то сейчас такого нет. Есть конкретный ребенок, мы под него ищем семью. Поэтому эта работа, я считаю, что на должном уровне, потому что 30 домов семейного типа, ну, как бы это достаточно. Показатели, самое главное, что они действительно, да, никто не говорит, что проблем нет. Проблемы есть. Как и в каждой семье, социальные, да, как в обычной семье. Но вообще надо действительно поблагодарить все силы, что у нас никто не закрылся, у нас никто не ушел. Не было таких, как вот в других областях, печальных примеров, когда, ну, действительно, люди не справляются, и это большая трагедия и для одной, и для другой стороны. Все у нас идет
нормально, и спасибо тем семьям, которые решаются на это, и несмотря ни на что, ни на какие проблемы, ни психологические, ни социальные, ни экономические, не бросают, и вот этот путь они проходят до конца вместе со своими детьми и воспитывают таких вот замечательных членов у нашего общества, наших земляков. Сирота в классическом понимании – это ребенок, у которого нет родителей. К величайшему сожалению, появилось уже много лет подряд такое понятие, как социальное сиротство. Это когда есть родители, но они в силу разных причин, в силу, может быть, какой-то собственной личности, собственного воспитания, когда-то, да, чего-то незаложенного и недоданного взрослым, они не уделяют ребенку столько внимания, сколько нужно, да и вообще, собственно говоря, не уделяют ему внимания. Вот что можно сделать? Это только ли это воспитание, только ли это закладывается в детстве, или все-таки можно поменять, когда уже случилось, когда уже вот у вас появилась такая семья, в которой грозит вот это социальное сиротство? Были ли такие случаи, когда ситуация в корне менялась, и что можно сделать? Да, к сожалению, есть у нас такое понятие, как социальное сиротство. Как мы говорим, это дети при живых родителях. И задача нашей службы не работать с той семьей, где это уже случилось, а предупредить. Поэтому мы наших психологов, наших социальных работников настраиваем именно на работу с теми женщинами, которые готовятся стать матерями. Тем более мы знаем контингент этих женщин, мы знаем условия, в которых они находится, и у нас налажена связь с женскими консультациями, которые сообщают о том, что если женщина на протяжении какого-то времени не посещает консультацию, не посещает врача, это вызывает тревогу. Тут же социальный работник выезжает на место и определяет эти причины. И мы стараемся перед тем, как женщина родит ребенка, уже говорить об ответственном родительстве, уже узнавать условия, куда вернется эта женщина, есть ли для ребенка, созданы ли для ребенка такие условия. Но, к сожалению, некоторые наши молодые мамы, если не совершеннолетние мамы сегодня, к сожалению, да, не говорят нам истинных причин такого своего поведения. Они идут в роддом, они рожают детей, возможно, кто-то ожидает помощи, а же есть помощь при рождении. И у многих это основная мотивация для рождения детей. Но когда все это происходит, и когда они понимают реально, что после 3-4 дней в роддоме им нужно куда-то вернуться, а вернуться некуда, то есть такие женщины, которые оставляют детей уже в роддоме, даже не пытаясь куда-то вернуться и решить свои проблемы. Есть такие семьи, которые оставляют своих детей, уезжая на заработки. И вроде как оставляют на родственников, там, на близких, на бабушек, на дедушек, но ребенок все равно себя чувствует сиротой, потому что он обделен родительским вниманием. Что же предпринимается в области? Мы, как я уже сказала, работаем в женских консультациях, в родильных домах с теми, кто намерен родить ребенка. После рождения ребенка каждая женщина получает комплекс таких психологических услуг, но помимо этого мы объясняем, что все проблемы возможно решить, нужно только это сделать вместе. И для того, есть женщины, которым просто некуда вернуться, то для таких женщин у нас в городе Вознесенске создан центр социально-психологической помощи и создано специальное отделение матери и ребенка, куда женщина после родов может вернуться и на протяжении полугода быть там, пока социальный работник на месте, в зависимости от того, откуда эта женщина, решит те или иные проблемы. Но, к сожалению, не только отсутствие жилья является причиной того, что оставляют детей. Наши молодые женщины психологически, морально не готовы стать матерью и дать ребенку то, что нужно. Потому что на сегодняшний день очень мало уделяется внимания такому вопросу, как подготовки молодежи к семейной жизни. Поэтому при наших социальных службах создана школа, как мы говорим, ответственного родительства. И мы стараемся уже в школе, уже в средних классах говорить о ценностях семейных, о том, как важен опыт родительский, как важны семейные традиции. Кроме этого, мы стараемся все семьи, где рождаются дети, взять под свое сопровождение. Если мы убеждаемся, что там все хорошо, все нормально,
как бы обращайтесь по мере необходимости. Но если мы видим хоть одну угрозу для такого ребенка, мы, конечно же, работаем с этой семьей. Очень часто женщина не знает о том, на что она имеет право, когда она родит этого ребенка. Поэтому задача социального работника – разъяснить ей, какие виды помощи она может получить, в какие службы она может обратиться и как решить ту или иную проблему. Работаем, но нельзя сказать, что эта проблема не существует у нас. Такая проблема есть, и, к сожалению, у нас есть мамы, которые… не могут справиться с ней самостоятельно. К сожалению, да. Это есть везде, даже в самых развитых и в странах, которые, ну, вот как является, может быть, каким-то, да, примером положительным для нашего общества, для каждого из нас. Вот смотришь, что там вроде бы очень здорово, вот в Европе там и то есть, и то есть, и то есть, но там наряду с этим тоже есть безответственные родители, тоже есть люди, которым тяжело, тоже есть люди, которые не справляются сами, и очень хотят, чтобы им помочь. Может быть, и не хотят. Бывают и такие, потому что все люди разные. К сожалению, личность каждого – это достаточно сложная такая вот структура, в которой разобраться не каждому дано и не всегда дано. И не бывает удачи постоянной, даже если очень вкладываешь, очень хочешь помочь человеку. К сожалению, бывают и такие случаи. И причем не только у нас, но и везде, во всех странах. Я хочу дополнить по этому вопросу, что… есть еще такая форма работы, как временное излечение ребенка из семьи. Да. То есть у нас есть центры социально-психологической реабилитации деток. У нас да, даже есть, родители да, могут поместить дом, ребенка. Да, дом вот ребенка, да, и его. Мы предлагаем такой вариант вместе со службой по делам детей, что пока родители решают те или иные проблемы, ребенок может находиться под присмотром медиков, под присмотром педагогов. К нему можно приходить, к нему можно приходить, лежать, его общаться. Можно забирать. Конечно. Поэтому, как бы, то есть уже и такие вот социальные услуги существуют. Да. Поэтому нерешенных проблем не должно быть. Главное захотеть, главное не побояться и все-таки найти в себе силы сделать этот первый шаг навстречу, допустим, социальной службе в данном случае. Когда читаешь или видишь по телевизору или узнаешь от кого-то из знакомых о том, что с ребенком произошел несчастный случай, даже если это тебя не касается впрямую, это не твоя семья и не твои знакомые, становится очень страшно, потому что действительно более незащищенного существа, чем ребенок, да, или очень старый человек, конечно. Да, очень пожилой человек, на свете не существует. К сожалению, это происходит, несмотря на то, что и стараются, и как-то предотвращать, и следить, и так далее, случается. Насколько часто, какая у нас обстановка, и потом перейдем вот к насилию в семье, потому что еще более страшно становится, когда этот несчастный случай сопряжен с тем, что в семье кто-то к этому вот беззащитному существу применил такую силу, что там самое страшное, что земная жизнь, да, прервалась. Mm-hmm. Или же ребенок остался инвалидом, или же остался с психологической травмой на всю свою уже дальнейшую жизнь. Да, у нас не бывает дня, чтобы мы не получили сводку с районов о том несчастном случае или о той ситуации, которая происходит в семьях. И, конечно же, особенно больно и тревожно, когда мы видим, что страдают дети. Последние 2 месяца мы видим, сколько детей страдает у нас в пожарах. Потому что все-таки да. Взрослый человек может что-то предпринять, да. А вот да. Маленький он без взрослого и никак. Статистика говорит о том, что больше всего детей попадают именно в такие ситуации из-за халатности взрослых. Оставляют детей самих. Причем в таком возрасте оставляют и годовалого, и 2-летнего, и 3-летнего детей. И мама говорит, я ведь ненадолго вышла в магазин. Тем не менее, не усмотрев, что не выключила там газовую плиту или какой-либо прибор. Поэтому, конечно, дети страдают у нас, что родители не думают о том, что может произойти с детьми в их отсутствии. И за последнее время мы проанализировали, что, конечно, очень часто абсолютно в благополучных семьях происходят такие случаи, когда во дворе папа там собственной машиной нанес ущерб да, своему ребенку. Абсолютно благополучная семья, или где-то был оголенный провод, и ребенок, пострадав, дотронулся. И когда мы начинаем, что за семья, была ли она у нас под сопровождением, да все в порядке, все благополучно. Просто невнимательность. Просто невнимательность. И, конечно же, особое внимание уделяем тем семьям, где мы можем ожидать такого поведения, особенно где мамы воспитывают
детей одни. И если эта мама воспитывает еще и ни одного ребенка, как говорит, мне некогда, мне надо и заработать, и побежать, и там приготовить. Ну, а есть, конечно, и случаи, ну, такого жестокого отношения к детям, когда мы видим на детях синяки, там различные увечья. И были такие даже случаи, когда мама и топила своего ребенка, и душила своего ребенка. То есть разные бывают ситуации. Только в этом году, ну, официально зарегистрировано 63 несчастных таких случаях, и, к сожалению, 52 из них со смертельным исходом. Как избежать такой ситуации? Мы вместе с криминальной милицией по делам детей, вместе с органами по чрезвычайным ситуациям стараемся всеми способами сказать населению, особенно родителям, о том, что берегите детей. Мы раздаем всевозможные буклеты, мы проводим всевозможные беседы в школах. Сейчас мы ходим на родительские собрания, потому что каждую семью невозможно достучаться. Мы проводим всевозможные мероприятия с детьми, именно на предмет вот безопасного такого поведения. Но ребенок в школе получил знания, он не всегда знает, как его применить дома. Поэтому мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда это все случайно, но тем не менее очень часто. И, кстати, тот центр, о котором я говорила в Вознесенске, социально-психологической помощи, он не только для тех, кто оставил там деток, это вообще центр для всех, кто попал в любую ситуацию. Вот у нас была ситуация, когда сгорел дом, и семье негде было быть. И они приехали в этот центр, и пока на районном уровне решался вопрос с их жилищем, они находились в этом центре бесплатно. Им помогали психологи, юристы, социальные педагоги, то есть семья психологически была адаптирована к этой ситуации, слава Богу, все остались живы, и проблема решена. Поэтому, если такое случается, не дай Бог, то, конечно же, каждой из таких семей нужна помощь любого специалиста, и социальный работник готов прийти на помощь. Но если в селе немножко проще, там все друг друга знают, и не такое большое количество, то по статистике мы видим, что очень много таких случаев происходит в городе. И, конечно же, на такой город недостаточно того количества служб и работников, чтобы охватить абсолютно все. И поэтому большинство, конечно, таких несчастных случаев происходит в городе Николаеве. В принципе, вот то, о чем мы говорили, да, это широчайший спектр вашей деятельности. А тут вот с несчастными случаями, да, в городе больше, в селах, да, люди больше замечают со своими соседями, когда что-то не так, и могут больше, да, либо помочь, либо обратить внимание соответствующих служб на такую ситуацию. Сейчас активно идет процесс децентрализации, он просто уже очень активно идет. Немножко меняется, да, если там раньше ближе было, где-то сейчас отдаленное село, но там стараются как-то их, ну, сделать лучше, да, обстановку для того, чтобы они могли и добраться, и так далее. Вот в связи с этими процессами, как поменялась работа? Остался ли социальный работник в каждом селе? Останется ли он, когда село станет, допустим, не центральной усадьбой, а просто населенным пунктом? Как это будет построено? Ну, наша область одна из первых в Украине внедряла такой вид социальной работы, как социальный работник, который находился по месту нахождения того или иного населения, то есть в каждом сельском совете был социальный работник. Сейчас сельских очень советов много меньше, реформ гораздо произошло, но мы сумели сохранить все-таки такую форму, и у нас как в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи, так и в органах социальной защиты сохранены такие работники. Они называются фахівці із соціальної роботи. То есть каждый, если услышит такое слово, знает, о ком идет речь. У нас даже в селах говорят, что это член семьи, потому что это человек, который осуществляет, вот особенно в сельской местности, подворные обходы. То есть если в городе очень сложно это сделать, учитывая закрытые двери, отсутствие людей, то в селе намного проще. И все службы собираются таким рейдом, группой такой рейдовой, и идут в каждый двор. И они знают, где есть какая-либо проблема. И вы знаете, сейчас наоборот переориентирована работа так, что не искать проблему, когда мы приходим, а просто дать информацию о том, что если у вас возникнет проблема, вы можете обратиться
в те или иные службы. Поэтому... То есть это не карающий орган. Нет, это не, если не пришел, да. Если пришел социальный работник, это уже не сразу там вот все плохо, и он пришел, чтобы еще раз показать, что да, плохо, и мы вот будем вас наказывать за это, мы будем вам помогать. Конечно, а? У нас даже сейчас вот очень часто говорят люди, когда мы выезжаем в районы, что бы ни случилось, первое, кому мы звоним, это социальному работнику. То есть, если раньше звонили в милицию, в пожарную, в скорую, то даже когда проблема медицинского характера, все равно вызывают социального работника, который их перенаправит, переадресует или пригласит того или иного специалиста. Поэтому независимо пока от тех процессов, которые происходят, мы сохранили такую форму. И вы знаете, это так помогает людям. Во-первых, это экономит время, это экономит деньги. И это делает людей более информированными о тех услугах, которые они могут получить. Поэтому, зайдя в любую аптеку, в любой магазин, есть всегда объявление, номер телефона социального работника, куда, к кому можно обратиться. На сегодняшний день у нас около 500 человек работают в разных структурах. И работаем мы абсолютно со всеми, начиная от одиноко проживающих людей, от пенсионеров до тех категорий, о которых мы с вами говорили в начале программы. У вас есть информационный материал, да, давайте его покажем. Да. Это вот что у нас, я смотрю, детство без насилия. Это я принесла один из видов таких буклетов. Вот мы сейчас говорили о несчастных случаях с вами, да, но, к сожалению, присутствует и такая форма насилия в семьях, и не только над детьми, над женщинами, но и над мужчинами. И вот мы начинаем серию буклетов таких, начинаем детство без насилия, а потом будем разрабатывать для всех видов, чтобы люди знали о том, что кроме физического и сексуального насилия существует еще и психологическое, и финансовое, и экономическое, да. И как поступать в той или иной степени. Потому что иногда на вид семья благополучная, все занимают должности, имеют хорошую зарплату, дети учатся, а психологический климат в семье таков, что действительно происходит психологическое насилие. Поэтому вот такими буклетами мы будем информировать людей. И спасибо тем социальным программам, депутатам, которые выделяют деньги на такие программы и на изготовление такой продукции. Кроме этого, мы стараемся разместить сетилайты всевозможные. У нас есть сайт, куда можно обратиться и посмотреть адреса наших служб, виды таких буклетов. Так, прямо вот можно в интернете набрать Миколаевский областный центр социальных служб для сім'ї, дітей та молоді. І там ви побачите адресу цього сайту, до куди можна зайти і подивитися адресу фізично, так, де на Спаській, так, ви знаходитеся? Ми знаходимося на Спаській 43, да, і там є телефони всіх наших служб, в тому числі і соціальних працівників, які працюють в сільських совєтах, є повна інформація о перечні тих соціальних услуг, які ми оказуємо, і інформація о тих службах и организациях, с которыми мы сотрудничаем. Спасибо большое. И вот уже последние, уже подходят минуты, у нас уже заканчивается программа. Нельзя не сказать о том, куда все-таки можно обратиться, просто посмотрев нашу программу, и вот утром уже позвонить, если есть какая-то проблема. Можно, пожалуйста, не ждать утра, можно уже начинать звонить сейчас. Да, на сегодняшний день. То есть это горячая линия, горячая которая круглосуточная, линия, потому что выходим в нашем, поздно. Да, в нашем областном центре, на Спасской 43, вы можете обратиться 37-64-92. И я говорила о том, что мы сотрудничаем с новой общественной организацией. Это психологический центр, который также работает в круглосуточном режиме. Это 72-49-29. По этим двум телефонам можно получить информацию, куда обратиться с той или иной проблемой. Спасибо большое, Светлана Викторовна, за то, что вы были в нашей студии. Приходите к нам еще с полезной, интересной и действительно такой живой информацией. Спасибо вам. Будем ждать новой встречи. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом. Ви завжди будьте впевнені, що отримаєте від нас найсвіжішу, найживавішу і найкориснішу інформацію для вас, для всієї нашої громади. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. На все добре!